приближается главный день в году, когда все преступления законны. Исполнить свой долг – обязанность каждого. Аэропорты Америки переполнены толпами иностранных граждан. Они прилетели, чтобы принять участие в судной ночи. Это абсолютная свобода. Их называют туристами-убийцами. Впервые национальная идея выходит на международный уровень. Такое нельзя пропустить. Судная ночь. Судная ночь. Но сейчас, когда до начала остаются считанные дни, набирает популярность кампания за ее отмену. Сенатор от оппозиции Чарли Роуан открыто призывает наложить вето на наш праздник. Этот обычай разлагает общество. Его необходимо запретить. И накануне самой противоречивой даты... Многие опасаются за жизнь смелого сенатора. Она слишком много болтает. Итак, приступим. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. После сигнала сирены любые преступления, включая убийства, станут законными в течение 12 часов. Я готова пойти на риск ради победы. Моя работа — исключить риски и сохранить вам жизнь. Судная ночь — прекрасный способ избавиться от ненужных людей. В наших рядах предатель. Они уже близко. Помощи ждать неоткуда. На вас объявлена охота, а в городе полно безумцев. Сейчас одна цель — выжить. Что вы делаете на улице, сенатор? Меня пытались убить. Быстрее. Нас выследили. Пригните голову! Держитесь! Обещаю, вы переживете эту ночь. Они здесь. Ложись! Судная ночь 3 в кино с 21 июля.